Привет, ребята, из мира Сангул Фири, и сегодня мы вместе с папой. Привет, друзья, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт, но точнее продолжать наше выживание в хардкоре. Напоминаю то, что хардкор одна жизнь, поэтому эта серия может быть последней. Посмотрите, у нас пропали все животные. У нас пропали коровы, пропали свиньи, но зато у нас появились танки. Получается, здесь у нас производятся овечки. Коровы, там у нас вроде бы дальше свинки будут. Да, вот свинки. А там овечки. Подожди, дай-ка открою. И туда на цыпочках. А я тебя давай толкну. Нет, на цыпочках подай. Да, там смерть меня ждет. Смотрите, ребята, как это все делается, как это добывается. Оно не полностью автоматическое, не такое, как куриное. Оно полуавтоматическое. Его надо подкармливать, чтобы здесь что-то появилось. Вот смотрите, например, у нас тут 3 сырых говядины. Смотрим. Берем, залазим наверх. Открываем наших коров. На shift. На shift становимся и кормим. О, выбросила, выбросила. Так, что там? Кожу. И точно так у нас будем делать со свинками. Морковку. Морковку. И проверь сразу. О, вылетело, вылетело еще. Что прибавилось? О, 7 свинины. Сколько было свинин, ты не помнишь? 3 вроде. А здесь кстати, у нас... овечек до сих пор можно это, стричь. Смотри, как они снизу вылетают. Ну, я отсюда посмотрю, как вылетают. О, сейчас начнет вылетать. Оно очень часто появляется, это... Просто ну... оно, наверное, хранится вот здесь вот в раздатчиках, до конца не выдается. Да, пока... оно не выдается почему-то. Пока не наполнится. Ну ладно, мы это разберемся, посмотрим. Я заметил то, что я хотел рассказать вам. Я заметил, что здесь как бы все молодые коровы. Все молодые. И как появляется большая, она убивается, потому что ей места нету. Среди всех. Просто, наверное, а маленький теленочек занимает место меньше пространства. И как она вырастает, корова, она туда как бы превращается в мясо и кожу, и все. Давай посмотрим, сколько нам еды уже принесли наши курицы. Кстати, там не все, что они принесли, потому что я оттуда забирал. Я вот забрал 6 стаков яиц. Давай здесь разбивай, посмотрим, как они все побегут или нет. Ребята, делаем ставочки, пожалуйста. 1, 2. Ты их мимо кидаешь. Я их не мимо, они сами. Ну, куда пошел? Пошел к себе домой. Ай. Давай прям туда наверх залезу и буду закидывать. Все, они бегут, смотри, один. Сейчас толкнет тебя. Еще вылез, еще, еще. Самое главное, друзья, смотрите, какая здесь тишина. Никто не кричит. Все, да, тут так тихо, даже непривычно. Просто я как прелесть. Появился здесь, я подумал, у меня звука нету, что у меня звук выключен. А вот когда вот заходим сюда, идем ой, немного иди сам, за дом. Я не пойду туда. Идем за дом. Вот это да, вот это веселье, вот это зоопарк настоящий. Есть, возможно, у вас какие-нибудь предположения, кого сюда можно добавить? Это все, кто у нас есть. Лошадей я сюда не хочу добавлять, как бы их жалко. Да с лошадей особо ничего нету, с них вроде только кожа падает. Нет уже лошадятины. А, можно каких-нибудь зомбаков туда, и они будут размножаться. Что у нас, кстати, с зомбаками нашими? А, они не спаунились, никого нас нету. Тут долго не было. Идем, я тебе покажу, что я сделал. Ты не представляешь, сколько там алмазов, сколько там залеж. Это просто капец. Там даже была такая залежа, я просто копался, а ко мне сзади подкрался крипер. Он подорвал пол, и прямо подо мной были алмазы. Сейчас покажу, идем. Вот здесь вот алмазы. Первая залежа. Давай, ломаем. Опа, залежи редстоуна, ломаем. Редстоун мы уже ломали, не первый раз. Идем дальше, смотри. Вот, залежа лазурита. Кстати, лазурит нам нужен для того, чтобы зачаровывать наши вещи. В этом туннеле я прокопался, ничего не было. Я, короче, решил вот такими туннелями делать. То есть через 2 блока. Потому что когда ты делаешь вот таким туннелем, ты чекаешь сверху, 2 слева, 2 справа и 1 снизу. То есть ты смотришь сразу 6 блоков. Я суммарно посчитал, должно быть около 20 алмазов. О, так это можно, значит, нам идти в этот... В ад можно. Кстати, я и в аду кое-что подмастерил. 14, 23 алмаза. 23 алмаза. Это, кстати, почти что полный сет. Все, идем поспим. А на следующее утро будем делать наши инструменты и броню. Ой, крипак, чик-чик. крипак, быстрее спать, пока он не разорвал. А, так он за этим, за забором. Пока не разорвал нам, забор снесет и все сюда побегут. Все, погнали, давай. Все, спим. Так, погнали делать нашу броню. Полетели. Подожди, я тебе сейчас скину тогда. Да, скидывай мне все алмазы. Все, смотри, делаю. Оп, 39 лазурита. Смотри, 2 алмазных нагрудника. О, новое достижение. Осыпь меня алмазами. Ну ты пока делай, а я огородом позанимаюсь. Потому что тут уже все созрело. И надо, наверное, покормить наших свинок. Смотрите, ребята, как мне у нас все. Мне кажется, лучше я себе сделаю меч. У-ху.
потекло. Так, все, я одел себе алмазный нагрудник. Иди одевай себе. Я сейчас засею наш огород. И здесь нам пшеницу надо. А можно один раз прокачивать или два? Наверное, один, потом второй и третий. Вот так. Нет. Только один раз. Ну, защита один. Я нормально выбрал. Так, ложи. Лазурит. Так. И что тут? Защита от снарядов, защита. И что еще? Я вот это вот последнее самое. Все, теперь буду намного быстрее все ломать. А лук можно прокачать с носилок. А, ту одежду, которая у нас. Может, давай шляпу какую-нибудь еще прокачаем? Можно на невесомость прокачать. Это как? Это прыгать высоко будешь? Мне прокачай, кажется, попробуй. Меня вверх ногами перевернет, и я полечу в космос. Защита, защита. А давай попробуем. Защита от снарядов, невесомость. Подожди, я себе тоже тогда невесомость. Да зачем вторую? А, ну а вдруг ты полетишь, а я что тогда буду делать? Все, смотри. Подожди. Иди сюда. Да. Готов? Да, давай. И что? Может, ты прыгать? А, прыгать больше. Нет, урона меньше будет наноситься. Вот попробуй, давай я попробую без ботинок спрыгнуть. Давай. Сколько нанесется? Целое сердечко. Ага. Одеваем ботинки. Целое сердечко, а в чем разница? Может, ты дальше прыгаешь? Давай, а вот с этой вот зеленой полосы попробуй прыгнуть. Докуда ты допрыгнешь? Да мне кажется, мы какую-то фигню прокачали. Вот отсюда вот начинай и туда прыгай. Нет, три блока, обычных, давай, стандартных, прыгай. Три. Вот, три, ага. Как и всегда. А сними их, посмотри. Тоже три, смотри. Тоже три. Да мы какую-то фигню прокачали. А может, по воде можно бегать? Невесомость? Нет. Нет. Не зарабатывает. Для чего это невесомость, ребята? Если вы знаете, обязательно пишите. И не забывайте ставить лайки. Но зато мы теперь такие красивые, блестящие, когда все посвечивали. Да, мы как братья-близнецы. Похожи на один одного, только у меня морда немножко потемнее, чем у тебя. Ну что, мы пойдем в ад, ты что-то говорил, в аду будем делать. Да, кстати, смотри, я уже в аду побывал и. Если ты знаешь, откуда вот этот черепок, то ты узнаешь, что я нашел. Ого, ты скелетона черного уже изупил? Да, черные скелетоны, они только в адских храмах. Я нашел адский храм, построил до него дорожку. Поэтому сегодня у нас с тобой миссия облутать этот адский храм, а также добывать вот этих вот золотых палочек, чтобы можно было дальше проходить Майнкрафт. Ты хочешь сразу пройти Майнкрафт, а потом дальше развиваться или как? Что ну мы да, будем делать? Зачем а растягивать? А с черепком что делать тогда? А черепок? А с ним ничего нельзя сделать. Я просто, мне попался этот черный скелетон, я его убил, и мне с первого черного скелетона выпал черепок. Это очень большая редкость. Подожди. Скидывай все лишнее. Надо скинуть все лишнее, потому что, оно нам может даже и не пригодиться там. На всякий случай бери стак блоков. Кстати, мы можем сегодня сделать этот самый, как его? Статую, ребята. Да. Так. Если время сегодня будет, сделаем сегодня. Еды взял побольше. Идем, иди сюда. Так. Вот, смотри. Вот. Вот это вот дорога. Подожди. Да. Я буду крошки оставлять после себя. О, тут свиноматки, ты их только не трогай, а то они потом кидаться на нас будут. Надо было, наверное, во все золотое одеться. Не, у них разницы нету, главное, чтобы их не бить. Мне этот ад, особенно когда у тебя одна жизнь, это просто... Ну проходить же как-то надо. Ой, а у меня нету чем залаживаться, тебе дай, пожалуйста. А, у меня есть, вот, на. Все, давай, погнали, заходим. Я здесь дверь поставил, внутри я не был. Я просто вот такую штучку сделал, чтобы сзади нас никто не подбивал. Новое достижение, ребят, смотрите. Чертоги страха. Это значит... мне это уже давали, потому что я успел подойти, и мне дали достижение. О, грибочки! Да грибочки. Не собирай грибы, лучше свечки ставь. А суп делать? А, ну суп, разве что. Так, что тут? Тут спуск вниз. А, ну, это погнали ты, вниз. Ты здесь был, да? Ты это делал? Или нет, тут так было? Тут так заспаунилось. Ого! А иди это сюда. Что за красная штука? А, это какие-то споры, а под ними песок душ. Кстати, песок душ нам понадобится для... Сейчас скажу для чего. Для лифта. Можем лифт сделать с помощью него. О, сундучок. Интересно, так. А почему, когда в руках тебе свечки, они не освещаются кругом, а? Вот я не знаю. Это неудобно. Да, это... Все, идем обратно. Тут было 10 железа и 2 алмаза. Ой, не алмаза, а золото. Идем, я убрал свечку, потому что мы тут заделаем проход. Темно. Иди на свет. У меня такой свет слабый, что я ничего не вижу. А эти ломать штучки не надо? Да можно сломать. Чё? О, мы можем костер сделать, этот самый, как его? Какой? Этот, такой синий. Да все, погнали. Зачем они тебе столько много? Идем за мной быстрее. Все, бегу. А то сейчас тут целая куча зомбарей наспаунится, нас потом съедят. Теперь наверх поднимаемся? Нет, так мы оттуда вот пришли. Тогда здесь заделывай. Вот здесь вниз. Нет, так там же выйти потом домой надо. А, это выход? Да. Подожди, мне надо свечку здесь поставить. Эфрит.
Тихо. Нужно его забить вот так. Все, тихо. Кушай, 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 дорогой, кушай. Идем, идем. Ой, идем. Там еще один. Сюда, сюда иди. Идем обратно, не ставь свечки. Мы же уйдем отсюда. Нам сюда не надо. Вот, на подъем идем. Да ты куда? Да, господи, ты сказал не идем, там ифриты. Я говорю, на подъем идем. О, кстати, тут сундук. А с них палки не впадали тебе? Еще нет, ого, еще ни одного. Алмазная конская броня. Ах, нифига и два себе. Алмаза. И два алмаза, бери. И огниво. Все, я богатый буратино. Там еще один сундук снизу, идем. Ой, да не ломай ты их, с них все даже крафта нету. Все в хозяйстве пригодится, как говорится. Так крафта нету. Я вообще не понимаю, где я лажу, потому что, когда такая темнота, я не могу сориентироваться, ребята. Поэтому вы должны поставить лайки. Поднимаемся. Что я так стараюсь по такой темноте так, ходить. Так, вот здесь заделываем. Отойди. Заделываем, а здесь мы все. Были? Нет, нет, туда не иди, туда не иди. Потом, попозже, у нас еще спереди есть. Нам главное просто не заблудиться, а, нужно все по порядку. Ты все по левой стороне идешь? Да, пока что все по левой. Я боюсь. Черный мужчина. Черный скелетон. Смотри, я его сейчас луком смогу скинуть. Ага, сейчас он рядом появится. О, он упана. Умер? С двух выстрелов? А ты не прокачивал себе? А, я лук на силу прокачал. Посмотри, как они там заспаунились. Три штуки. Ой, по мне сзади эфриты стреляют. А, здесь просто подъем. Красный биом. А, тут спаунер. Все, убегаем, убегаем, убегаем. Бежим. Я жареная тюлень. Так, ну тогда туда не идем. Пойдем туда в конце на спаун. Ты идешь? Давай я тебе буду факела проставлять. О, два алмаза. Отлично. Я нашел, знаешь сколько? Три алмаза у меня. У нас уже пять. Мы богатые буратины. Это значит, мы можем сделать еще себе по шлему. Сколько шлем надо алмазов? Пять. Пять? А, это один только шлем. Как будто бы прям сверху кто-то ходит. Идем. Посмотри, кто. О, он не попадет сюда. Тебе можно его с лука мочить. Можно его с лука замочить. А я так его буду мечом пугать. Эй ты! Оп! О, я его убил. Все, погнали. Как ты быстро его замочил. Так он на два выстрела всего лишь. Спаунеры, спаунеры. Нам нужно сначала этих чувачков убить. Давай их с лука расстреляю, а потом подойдем и сделаем фармилку, чтобы мы им по ногам просто били. Все, смотри, я сзади что придумал. Дырочку такую, чтобы к нам никто не пролез. Ты там заделался? Сзади, смотри. Нет, мне не дали до конца заделать. Кушай, 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 да, дорогой. Надо, у меня нормально. Я еще поживу пока что. Что там, сзади еще никого? Давай свечку на всякий случай вот здесь вот давай. Поставим. У меня свечи просто закончились. Ого, вот так быстро. Ой. А я не горю. Самое опасное место, ребята, для одной жизни это просто трэш. Я сделал так, что они прям возле нас появляются и можно их месить. А, ты там заложил? Да, я чуть дальше заложил. Да, еще чуть-чуть заложу. Есть кто живой, прикинь. Я здесь смотрю, а сейчас скелет такой выходит, такой, привет. Черный. Это будет жесть. Вот, смотри, как мы хорошо здесь устроились. Как на зимней рыбалке, люди себе дома отстраивают на льду, и по центру лунка, и ловят сразу из дома, лежа на кровати. Сейчас будет самое... Да, ё-моё, чё ты лупишь меня? Ты мне одним ударом 3,5 сердца сбиваешь. А ты не видишь, чего я тебя луплю? Все, последняя палочка, можем убегать. Потому что сейчас, пока мы были здесь, тут заспаунилась целая куча монстров, целая куча мобов, которые нас могут убить. Давай, аккуратненько тут спускаемся и побежали. Если бы не свечки, мы бы не знали даже, куда бежать. А, не, ну пока что еще никого нет. Куда ты? Мы здесь были? А мы можем по мосту пробежать там. Вот, видишь, это этот большой длинный мост. И сейчас нам нужно будет просто прямо пробежать и все. Вот мы и выбрались. Ой, нас тут уже свиноматки встречают. Но они не кидаются вроде бы. Ребята, мы почти выбрались с саду. Сада. Осталось совсем немножко. Самое главное, не прыгнуть с этого. А у тебя есть автопрыжок или нет? Нет, нету. У меня тоже. Газ! Тихо, 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 тихо. Я убежал, я сзади. Меня он скинул чуть-чуть. Но я не умер, все хорошо. Подожди. Ай, блин, говнюк этот. Ненавижу гаста этого. Оп. Все, он умер. Погнали дальше. Ну я все. Опа, на все, я вижу наш. Ну, я тоже я вижу, портал погнали. Вижу нас. Осталось теперь только добыть эндерменов, из которых будут падать вот эти глаза. И все. А эндерменов можно добыть здесь, в этом зеленом биоме неподалеку. Ночью ушли, ночью пришли. Наверное, день прошел или два. А мне кажется, в то время, сильно... пока ты находишься в аду, время не меняется. Оно не да? идет. Ты вроде. Так думаешь? Обязательно покушать Опа. Перед сном надо. Жареной курочкой. Блин, знаешь что? Из одной палочки делается два огонька. Мы могли забрать
7 огоньков, ой, 7 палочек, и нам бы хватило, а так у нас их 30 огоньков эти. Капец, ребята, смотрите, сколько конской брони. О, седло, все. 8 алмазов. После этого мы можем завести себе коня, и у нас будет конь. Все, обязательно утром просыпаемся. Ой, подожди. И я иду 8 выбирать алмазов, себе знаешь, что коня. Это значит? А 8 алмазов, это значит мне новый шлем или штаны. Нам двоим новые ботинки. Да? Да, вот. Давай, опа. Делай. Я возьму половину камушков и будем чаровать. Все, давай. А где ботинки? Ты мне... А, скинул? Я скинул уже. Так, всё. Подожди, у меня невесомость, защита от снарядов и невесомость. Защиту от снарядов я качаю. Может, мне кажется, это уровень какой-то прокачки? Да не, разницы нет. Все, старую броню вот сюда закидываю. Давай, спать. И завтра встаем с утра и начинаем искать коней. Я там одного... Постройку статуи давай начнем. Статую? Ну, да, найдем... Найдем коней и поставим статую. Ну что, пойдем тогда коней искать где-нибудь. Вроде бы так. А вон там, где рынок, вон там были кони. Бабка, посмотри, мясник, которого я прокачивал, стал зомбарем. А почему так? А, нет, я его не прокачивал, он каменный. Тогда не сильно страшно. О, у этого сколько? О, у этого 10 сердечек, все. Почему он не хочет меня любить? О, все, он со мной полюбимился. Так, теперь я ему одеваю седло. И броню алмазную. Ой-ой-ой, смотри, какой он брутальный. Как на нем ускоряться? Он же может ускоряться, он не ускоряется никогда. О, а мой меня полюбил после того, как я дал ему пшеницы. На тебе давай седло. Седло. А что сначала, седло одевать? Седло, а потом броню. Седло и броню алмазку. Все, погнали. А, они слишком широкие, они сюда не залазят. А можно перепрыгнуть. Смотри, давай вот сюда поднимемся. Точно широкие. А потом вот так вот. Ю-ху! Все, я перепрыгнул. А я просто через забор перепрыгнул. А, да? Так да. Я тоже. Вот, смотри. Опа! Оп. Опа, все отлично. Кстати, вот, да, смотри, для чего нам наш загон? Вот так вот раз, запрыгнуть и все. Так, ну что, давай тогда займемся нашей статуей. На центре точно нет. На центре нет. Вот, давай вот здесь. Вот здесь точно нет. Вот здесь вот. Тут много вот места здесь, и так. Вот здесь, да? Да. Вместо этого столба нашего. Да. Все, давай тогда строим здесь, разрушиваем столбик. Туловище нормальное по высоте или еще выше делать? Какой-то он у тебя коротконогий. Пап, иди сюда быстрее. Подожди, я тут коням сделал... Ого, куда он залез, как он туда залез? Я коням сделал жито поставил, то есть ну, не жито, а снопы поставил, чтобы они кушали здесь. А ты что там делаешь? А, идем покажу, идем. Ого, нифига себе, я отсюда вижу, что там натворил такое. Ого, какая красота. Это наша статуя. Это настоящий красавец. Он чем-то на тебя, кстати, похож. Так, что еще ему можно сделать? Еще можно ему на голову сделать волоса какие-нибудь. Сзади вот такой сделай, сверху 3, сбоку по одной. Плохо знаешь что? Что наша статуя смотрит на дом. Нормально, о, кстати, она смотри, смотрит на деревню. Смотри, всем она нравится, все на нее смотрят, думают, ой, господи, что за красота такая. Все, вот. Вот отсюда даже видно. Мне кажется, все-таки нам надо сделать немножко побольше нашу статую. Если вы, ребята, считаете точно так же, то пишите комментарий. Больше, пишите больше статую. Мы тогда постараемся сделать 2 раза больше. Ну да, можно из лука пострелять. Ну да, по мишени. Наша деревня, ребята, преображается, с каждым днем у нас все лучше процветает. И лучше. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, пишите, что нам можно сделать еще. Так, я налаживаю. Налаживай. Цветок. Я сажусь. Цветок. А я буду кушать. Ты его забрал. Ну, я не знаю, как забралось, так забралось. Все. Вот. Все, я покушаю. Блин, пока цветы выставлял, я все покушал. Все, давай. Ребята, ну это мы, пожалуй, закончим. Не забывайте подписываться на канал, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях, что еще интересного можно сделать в нашей деревне. Всем пока. Пуф.